Здравствуйте! Новая неделя будет жаркой, и лишь к выходным температура сбавит обороты. О погоде на ближайшие 7 дней прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке республики всю неделю август будет держать нас в жарких объятиях. Столбики термометров будут держаться на отметке 30 градусов и выше. Лишь к выходным посвежеет, и мы почувствуем первое дыхание осени. На юго-востоке Татарстана антициклон будет властвовать всю неделю. И к среде температура вырастет до плюс 30. Август дает нам возможность в полной мере насладиться уходящим летом. В субботу и воскресенье антициклон сбавит обороты, и температура начнет понижаться. Еще одна жаркая и сухая неделя ожидает жителей центральных районов республики. Жар костей не ломит. Новая неделя августа словно подначивает нас вновь и вновь повторять эту фразу, чтобы оправдать изнуряющую жару. Под опекой антициклона и юго-запад Татарстана дожди не ожидаются. Плюс 30 на термометрах. Ночная температура тоже будет высокой, около 20 тепла. На выходных атмосферный фронт начнет вытеснять антициклон, и температура понизится. Почти всю неделю будет малооблачно на северо-западе республики и в Казани. В понедельник и вторник плюс 28, а в среду и в четверг яркое августовское солнце повысит температуру до уже привычных 30 градусов. Выходные обещают быть умеренно теплыми, и погода возьмет курс на осень. Время неумолимо, и август близится к своему завершению. Но еще есть время насладиться солнечным светом и прелестями лета. Спешите. До свидания.